Сегодня у меня была доставка моих продуктов. Я их заказала сегодня с утра. Вот. По интернету. В магазине Многомарт. Так что вот. Кушаю торт тирамису. С фруктами. Вот еще сыр у меня. Сыр Маздам. Вот. 6 часов вечера, 9 ноября. Вот такие вот дела. Телефон у меня просит его не беспокоить. Сам поставился, чтобы час его не беспокоили, чтобы никаких звонков. Еще удивительно. Вот, наверное, ФСБшники сделали. Явно. Как снять это, непонятно. Могла бы я и звонок пропустить, между прочим. Чем? Интересное кино. Вот, а так вообще кушаю. А за мой заказ заплатила моими наличными деньгами. Вот. Получила сдачу. Паспорт. Ну, сейчас покажу. Паспорт покажу. Хочу не показать. Покажу. В общем, кушаю. Торт Фили Бейкер. Татьяна Салмановна Макнум, Сейфудин, это я. Туда, на камеру, на вторую показываю паспорт мой. 4018, 109-216. Выдан главным управлением Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской области. 07.08.2018 года. Вот такие вот дела. Телефон, с которого мне звонил. Ой. Вот спрашивала и забыла, даже писала у меня. Знаете, я же его публиковала уже. Вячеслав или Станислав? Наверное, Вячеслав все-таки. Или Станислав. В общем, короче, номер 7-921-894-42-33. Вот я ему еще книжечку подарила. Он так интересовался книжками, я книжку ему еще подарила. Вот, имейте это в виду. Вот. В общем, сыр. Ой, на даче этим киви. Просто шикардос. Ой, в общем, на самом деле, вы знаете, когда я иногда вот думаю, кто был, кто помнит 90-е года, кто помнит, какой там год, работала, помню, в журнале «Правоведение», у нас там талоны, какие-то талоны стали, вот это все какие-то талоны, короче, вместо, по-моему, зарплаты, или как это, зарплата там, совершенно мизерная, или что там было, в общем, какие-то талоны, на питание. В эту какую-то там столовую, да? А, наверное, у нас были талоны в университетскую столовую, что можно обедать. Вот, а так просто были маленькие зарплаты, ничего в магазинах не было. Вот что я помню. Доходишь, ничего нету. Даже не помню, что было. Маргарин, помню, Рама. Маргарин, Рама. И этот сок. Березовый, то ли яблочный, то ли березовый. Кстати, полезный.
ничего не было. Не знаю, перестройка. Потом стала появляться. Ну когда она потом стала появляться, по-моему, но не у меня, но не у нас на столе, по крайней мере, но не у меня на столе. Вот, но в магазинах, по-моему, было, да. В магазинах было. И мартини, по-моему, это уже позже. Какой был год? Правоведение. Работала я. 94-й, наверное. Получается, что были. Наверное, потом стали частные магазины открывать. В общем, какой-то период такой был. Но с другой стороны. Ну да. Наверное, были такие зарплаты, что мартини и шоколад на такую зарплату не купишь. Я имею в виду на зарплату машинистки. Ну да. А что кушаю? Я кушаю. Буду выкладывать на моей странице Ютуба. Смотрите.